Мы когда приехали, жили сначала на Путевкино, а потом, когда мне стало 7 лет, мы купили дом на 9 января. И рядышком с нами обмен дуров был. И ребята жили, ну, собирались, играли в хоккей. Здесь вот просто на асфальте. Там даже не асфальт, а вот дорога такая была, мощеная, может быть, помните, по 9 января, булыжники. И вот вечером там уже машины не ходили, она закрывалась, эта дорога, потому что Генбюро, народ шел толпой. И вот мы собирались, играли, ну, между собой там что-нибудь, 2 на 2, 3 на 3, там. Коньков не было, естественно, так, на валенках. Ну и вот жил у нас Леонид Николаевич Грязнов, тоже на 9 января рядышком в начале. Ну, а ему вот племянник Костя, с которым играли мы на валенках. Он говорит, иди посмотри, там он парень, говорит, вот, руки у него вроде на месте. Ну, вот он, давай, говорит, приводи его. Вот он меня привел на ВИС, что у меня коньков. Пришлось маме купить коньки, жили бедно. Ну, купила коньки, я вышел, никогда не катался в жизни. Как он говорил, толкнул меня под заднее место. Я, говорит, поехал на двух ногах. Вот он. Потом научился кататься. А с руками был как-то порядок сразу. Там, потому что ходили людей, очень много ходило в бюро. Ну, это что, раньше же. Это сейчас вот иди, мальчик, там, им шайбочкой поиграй где-то там, подпусти между ног, они тебе подзатыльник дадут. Раньше народ же добрый был. И ничего, и вот они ходили, я думаю, с ними играл днем. А вечером собирались. Там играли. Вот. Так я пришел на ИС. Ну, там вот немножко поиграл. Потом, что-то видно, данные, наверное, хорошие, на юность забрали. Ну, так пошло, поехало. Это когда я пришел на юность уже, когда уже стали, ну, допустим, на ВИЗе были тренировки, там, понедельник, среда, пятница, а на юности уже каждый день тренировки. И не по одной начали на сборы ездить. На ЕЗИ как было? Мы зимой в хоккей, летом в футбол. Ну, то есть такое. А вот на юность, когда пришел, уже это, когда в сборную попали, там вообще уже почувствовал. В сборную. Ну, там приезжали, тренер, во-первых, рекомендует, я так думаю. Потом приезжал к нам, Тарасов как-то приезжал. Ну, заметил, наверное. Вот. Я попал в сборную после болезни. Месяц болезни отлежал. 20 дней отлежал в больнице. И только вышел 2 дня и поехал туда, в Москву. Там с канадцами. Сразу с канадцами? Ну, у нас там было это. С канадцами 3 игры было. В Москве. И каково это было? Первую игру что-то волнуешься как-то сначала, а потом ничего, уже вошли как-то уже с коллективом, что там сколько мы неделю тренировались, как-то с ребятами сошли, все равно уже. Первый-то день приехали, когда что, друг друга не знаешь, как-то все равно это. Это когда уже потом едешь одни и те же люди. Там тоже всех знаешь, там уже, там вообще спокойно. Это же наигрывается все равно все это. На тренировках наигрывается. Партнер это практически все равно. Ну, не каждую же игру они меняются. Да и все равно у нас же на тренировке все это наигрывается, так сказать. Знаешь уже, куда что побежит, куда. Мне кажется, более доброжелательные были. После игры там выходишь, тебя ждут уже все. И автографы, и все. А сейчас вот я смотрю, сейчас. Игра закончилась, зрители пошли. А тогда нас просто ждали в автобусах, чтобы там поздороваться, там еще что-нибудь. То есть у нас было это вот сколько там, ну, человек пускай 25. Нас поименно все знали. Вот едешь в трамвае, тебя знают уже все. Я говорю, в трамваях аж просили автограф. Ну, самое, наверное, запоминающееся, когда вышел первую игру в автомобиле сыграть. Какой год это был? Это был 80-й год, январь месяц, 80-й, да, я уже совсем шел автомобилист. И первый же матч,
я играли с ЦСКА, опять с ЦСКА. И я, то есть там обыграл Старикова и третий угол забил. Забил он. 1-0 мы начали выигрывать. Стал Брежнев и Клопов. Это, наверное, самое запоминающееся. Это на выезде, да, была игра? Да, в Москве. И в концовку мы проиграли 10-1. Ну, 1-0 выигрывали. Я все. Я все, ребята. А какой самый провальный? Даже честно сказать. Такие, наверное, не запоминаются матчи. Запоминаются хорошие. Плохие там не запоминаются. Честно говоря, даже не могу сказать. Надо отдаваться игре. Вот это вот я, наверное, всю жизнь запомнил. Это потому что с детства каждый тренер это говорит. Вот. Но там уже по установке все. Но вот это уже каждый тренер говорит, что надо выходить и отдаваться игре. Это самое главное. Бывали моменты, что не отдавались, там что-нибудь. Начнешь выигрывать, а это слабая команда, а это слабая как упрется, потом и можешь и проиграть, и проигрывали сколько раз. Ну, когда вот мы в первой группе играли, то, конечно, нас все-таки в лидеры ходили. Уважали просто, бояться, что бояться? Это же не драка какая-то. У нас приезжали из поездки, день дома, может, или переночевали, и все, на базу в Курганово. А там есть быт в Курганово. Шахматы, домино, телевизор. Все, что там больше. Ну, и спортзал. Спортзал-то что, он уже стоит утром в зарядках. Там уже где-то тренировки, баскетбол. Так что спортзал-то у нас нет. А, теннис, бильярд еще, вот. Все занятия у нас. Когда? Ходишь, 25 человек нас. У меня Харламов был всегда. Я пытался на него ходить. Техничен, и вот я с него, так сказать, смотрел на него больше. Что надо отдаться игре, надо выигрывать, особенно дома. Надо побеждать. Даже зрители смотрят. Зрители ходят на вас, чтобы смотреть, как вы играете, отдаетесь игре. Конечно, можно и проиграть, лишь бы чтобы было, зритель был доволен. Ведь зрители бывают довольны, когда видят, что команда отдается, но не получается. Потому что никуда не денешься, что получается. Значит, сильнее команда. Самое главное, ну, зрители же ценят, когда игроки отдаются, видят, что они бьются, но не получается что-то где-то. Ведь у каждого тренера как-то свои задумки. У меня вот первый тренер был Шугин, он меня позвал. Вот. А в детстве был у нас Данилов такой, мне было 17 лет, я только школу закончил. Там-то вот этот Пиночет, это самый натуральный Пиночет. Потом он-то издевался, он говорит, такие жесткие там. А вот остальные тренеры, они как-то, ну, более лояльны. Конечно, нагрузки тоже были тяжелые, но все равно не так, как он. Тут я говорю, просто издевался. Какие-то упражнения особенные? Ну, и особенные упражнения, ну, как они, особенно, не особенно, но там же и по времени, по темпу занятий. Где-то тренер, допустим, разговаривает, ну, объясняет упражнение, там, минуты две передохнуть, там где-то на колено присядешь. А того не присядешь, и он и не разговаривал. Так, пошли следующие. Там не передохнуть просто было. То есть это люди доходило до этого даже. Но принесло плоды, как считаете, такие три тренировки? Ну, при нем команда играла. Он набрал игроков, ну, вообще вернул всех игроков свердловских. Свердлов же был. Из всех клубов, вот, куда выезжали они там, и с Химиком, и это всюду. Ну,
Ну, ребята уже старше меня, писать 17 лет, а они у меня там лет на 10 старше были. На 5. И вот команда играла, что они из первой группы практически без поражений вышли в высшую лигу. Когда вот уже сезон заканчивался, там мы собирались, ну, сами знаете, когда сезон заканчивается, что отдыхают ребята, в сезоне некогда. Отдыхали, собирались, у кого новоселье, у кого день рождения. Там, конечно, дружно было, да. Все время все вместе. Считайте, ну сколько в году? Ну, месяцев 6. Мы все вместе. Вот живем там, когда я в тюрьме. Они сидят в камере. Мы только в одном доме сидим. На большой базе. Нам никто не запрещает гулять вокруг нее. Просто пошел, пригласили, вот Игорь Губенчик, я премьер его могу сказать, пригласили в Минск. Ну, захотелось мне в Минск поехать. Вот, пустили еще. За мной тоже приезжали в Карпу. Поехали играть. Вот, Горький. Место в сборной тебе, все. Игорь Викторович не рассказывал об этом случае? Нет, да? Все. Приехал за мной там этот администратор. Где-то напоили, даже в конгресс спорта не пустили, правда посадили, он улетел. А мне сразу же дали ключи от трехкомнатной квартиры. Вот и все. А так бы, может, тоже уехал. Вот у меня же травма случилась, я же закончил за травму. То есть у меня позвоночник, у меня нога левая выслана, как рука была. Нет, год. Жаль, я еще 3 года лечился. Все, вот закончил. Все, и смог. Вот это вот сейчас вот это лечится. Ну, в течение месяца. Я 3 года сидел, я не могли. Я где только не был. Я и в Москву ездил, бежал там. Мне там сказали, думаю, не знаю, что с тобой делать. Видите, настолько у нас медицина была слабая раньше. А сейчас этот диск заменили, прооперировали, и все, и пошел. А раньше мне даже не знали, что делать с ним. Что-то рентген сделали. И думают, один одно скажет, другой другое скажет, третий. Толком никто ничего не знает. Вот заморозил, и все, что еще? Ну, зашьют еще, да, иголка. Штопали. В Минске, да. Дали все это рассекли так вот. Тут же мне заштопали, маску одели. Вратарскую да пришел играть. Ребят, нужно уважать друг друга, чтобы чувствовать, что вы товарищи. И на поле, чтобы вы были друг за друга, как друзья. И все придет у вас.